Воскресенье на ТВ Рус. Никаких юбок, там был только намек на образ. Они недолюбливали друг друга. Но почему именно я? Ну, потому что у вас лицо такое. Какое такое? Какое-то. Умный. Но, несмотря на это, проработали бок о бок много лет вместе. Боря нервничал, не всегда мог поехать на гастроли. И, в общем, они, по-моему, разошлись достойно. Их образы надолго пережили своих создателей. Естественно, когда они ходили по улицам без всяких масок, их не могли сразу узнать. И это была маленькая, а может быть, даже не очень маленькая трагедия для каждого из них. Две старушки, которых вся страна любила. Но за эту любовь актерам пришлось дорого заплатить. И это жертва, которую они принесли тем, что все время были в одной маске. Но с другой стороны, все греха таить. Это ведь очень удобно. Маврикиевна и Никитишна. Старые русские бабки. Воскресенье на ТВ Русь.